Он не писал с передовой, она совсем подросток, звалась Соломенной вдовой, сперва Соломенной вдовой, потом вдовою просто. Под скрип сапог, под стук колес война ее водила, ей было как-то не до слез, не до раздумий было. Лежит в конверте медальон убитого солдата, давно в гражданке батальон, где он служил когда-то. Но так устроено уже, не сохнет лист весенний, не верят жены в смерть мужей и ждут их возвращения. Не то, что вдаль дорог глядят с надеждой на чудо, что, мол, вернется он назад, что вот придет домой солдат неведомо откуда. А просто бед принял сполна, их взгляду нет границы, и в них такая глубина, что голова кружится, как будто им глаза даны, чтобы глазами теми, всем не вернувшимся с войны, глядеть на мир весенний.